Считанные дни остаются до Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Открытие состоится уже в это воскресенье, 15 октября. К отъезду на фестиваль сейчас готовится и делегация из Чувашии. Сегодня представители регионального подготовительного комитета дали итоговую пресс-конференцию. Таймер на официальном сайте ВФМС 2017 показывает, что до старта главного молодежного события года 3 дня и несколько часов. Уже 14 октября к 20 тысячам участников из разных стран мира присоединятся 125 человек из Чувашии. До отъезда осталось пара дней, но у участников и журналистов по-прежнему много вопросов. Главный, как люди из 150 разных стран будут общаться. Организаторами планируется раздача как раз-таки телефонов, смартфонов каждому участнику. Это делается как раз-таки для снятия языкового барьера. То есть в этом телефоне будет специальное приложение, что может сразу переводить то, что вам говорит ваш как бы собеседник с любого языка, на котором он будет говорить. На 12 образовательных площадках будет синхронный перевод. Игорь Краснов выбрал секцию «Будущее науки». Он намерен обсудить с молодежью со всего мира проблемы образования. Я работаю в Центре дополнительного образования, и мой проект направлен на профессиональную ориентацию детей, чтобы они уже в маленьком возрасте почувствовали себя в той или иной профессии. Для площадки, которую выбрала хореограф Ольга, язык вообще не главное. Попадаю на площадку творчества «Музыка, танец». Думаю, будет очень интересно, вообще безумно интересно. Хотелось бы посетить мастер-классы, различные лекции. Вообще очень хочу на фестиваль. Участники еще только собирают вещи, а волонтеры фестиваля уже на месте. Одной из них стала наша коллега с гостелерадиокомпании «Чувашия» Вероника Павлова. Но что касается национального телевидения Чувашии, то на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи ее будут представлять 3 корреспондентов. Это я, Ольга Пырочкина, Юлия Важенина и Анастасия Лангина. У нас уже чемоданное настроение, и буквально через пару дней мы выезжаем в Сочи. Мы будем в гуще событий, так что ждите привет из Сочи.